Город еще спит, а они уже выходят на борьбу со стихией. Щелково приходит в себя после черной метели. Именно так синоптики называют бурю, при которой резко падает видимость. Метель закончилась, а сугробы остались. Да еще какие! Малыми силами не справятся, устраняют последствия обильных снегопадов служба содержания и благоустройства территорий совместно с управляющими организациями. Всего в уборке задействованы 550 человек. Работают 150 единиц техники. Коммунальные службы в первую очередь очищают центральные автодороги и подъезды к социальным объектам. Затем тротуары, прогулочные зоны, второстепенные дороги и далее детские площадки.